18 сентября в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха пройдут традиционные любительские соревнования по бегу «Арбузный кросс». В этом году, с учетом сложившейся эпидемиологической ситуации, организаторами принято решение ограничить лимит участников. На старт выйдут 1000 человек. Победители и призеры, как и в прошлые годы, получат медали и арбузы. В этом году сильнейшие будут определены в 20 возрастных группах. Также для всех желающих состоится фан-забег.